Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня мы играем в кемялочку на Сиродина ролиплей Центральный округ. Мы нигде с Кириллом Путбулове. Не забывайте вводить мини при регистрации. Так, сегодня у нас будет новая серичка, посвящена Мерседесу. Сегодня мы будем его ехать винговать. Но перед этим я вам расскажу небольшую историю одного человека. Просыпается он такой, в 9 утра решил зайти в криминалочку на Сиродина, РП, Центральный округ. Заходит такой, думает, ок, сейчас рыбок продам, блять, и затюнингую свой Мерседес. Заходит он такой, а тут еще 40 минут ждать. Да, это, если что, я сейчас про себя рассказал, ну ладно. Не знаю, к чему это было, но это было угарно немножко, как по мне. Так, наконец-то они выросли, я подождал эти 40 минут, потратил эти 40 минут в ютубе, посмотрел видосики там некоторых ютуберов, и вот наконец-то я могу записать серичку, потому что я съездил уже в тюнинг, посмотрел, и я могу поставить два раздела тюнинга там, я не помню, там подвеска и трансмиссия, по-моему, что такое, короче, вы поняли, и короче, мне не хватает как раз же 1050, чтобы это сделать. Сегодня полного тюнинга не будет, пацаны, но сегодня прям до копеечки потратим, прям тютелька в тютельку сегодня у нас будет, короче. Так, вы спросите меня, почему я не на машине? Да потому что нельзя сразу три черепахи взять. Хрен знает почему, только две сразу можно взять. Поэтому, ага, да. Дюна нажал, красавчик просто. Молодец, так, черепаха, черепаха, все. 47 тысяч, блин, ну, по идее нам хватает на тюнинг, но нужно все равно забрать одну черепаху, продать ее и посадить. Я тут, пацаны, ехал, доезжаю уже до СТО, и, да, произошло вот такая вот дичь, короче. Но я успел машину припарковать, я просто ехал, у меня скутерист, блин, как уебал в бочину, и пиздец в машине, короче. Поэтому, да, но я успел ее припарковать. Короче, подъезжаем уже, нам хватит не на полный тюнинг, пацаны, но на два комплекта там тюнинга хватит. Так, трансмиссию я могу поставить и подвеску. Трансмиссию на что дает? Тормоза пока нахуй не нужны, в принципе. 9 единиц скорости дает, это хорошо. Так, а подвеска нам дает больше хп для машины. Так, и что тут еще есть? Сцепление. Сцепление нам дает усиление разгона. Вот я на самом деле думаю, лучше поставить керамическое сцепление, чтобы лучше разгон был. И поставить трансмиссию, чтобы она больше ехала. 9 единиц скорости. Отлично. Ну вот тебе приглашение в семью. Так, стоп. Нам теперь осталось купить тормоза, потом. У меня 150 тысяч осталось, пацаны. Так, что-то я походу просчитал. Так, а это стоит у нас 290 тысяч, да? Нам останется только его поставить. Но это дает больше хп. Можно на самом деле тормоза поставить. Они стоят 80 тысяч всего лишь. Поэтому мы ставим тормоза, и у нас остается только подвеска. Ну, грубо говоря, полный тюнинг. Подвеску мы поставим, наверное, через пару серий. Потому что денег нету. Номик сейчас меньше денег несет, поэтому вот такие вот дела. Дай 50 тысяч. Да уж, наглости, а пожалуйста, где, мне интересно. Серьезно, а где пожалуйста? 50 тысяч, да, я пожалуйста даже не может сказать. Я не понимаю, я что, на банкомат похож или что? Спасибо. Не за что, но могла бы пожалуйста написать хотя бы, а чисто так наглую, дай 50 тысяч. Так, сколько у нас теперь эта тачка едет? Давайте я лучше, блядь, в бок отъеду, а то, блядь, мало ли, что сейчас будет. Так, пишем команду Cars, Mercedes, комплектация автомобиля. 254 километра теперь наша тачка едет. Но вы мне писали, что i8 Audi, ой, Audi, BMW i8 быстрее. Это i8, по-моему, самая быстрая машина сирк. Ну, думаю, неплохо. Давайте сейчас место дадим просто. Так, посмотрим, 254 километра в час она разгонится или нет. Потому что бывает, что она не разгоняется такую скорость. Так, давай. Потихонечку, плавненько разгоняется, но 254 она очень долго разгоняет, но, ну блин, я думаю, она поедет, но места здесь маловато. Давайте попробуем в другую сторону поехать, в принципе, разогнать ее. Но нам осталось только трансмиссия, пацаны. Трансмиссия стоит 290 тысяч. Я думаю, мы за, ну, недельку накопим точно, потому что сейчас рыбу, повторюсь, очень невыгодно продавать, потому что урезали цены. Бля, ну разгнись-то 254 хоть один разочек. Алло, давай. Бля, 242. Ну, я думаю, она поедет, но ей нужна большая трасса, чтобы так сделать. Ну, а на этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой ник при регистрации, играйте в Центральном округе. Всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side, I